Hey, okay, с вами Шмики, и мы продолжаем проходить игруху под названием Darksiders 2 Dead Edition. И скорее всего мы заканчиваем уже прохождение данной игры. Я нашел последнего гнома. Последний гномик у нас находился вот здесь. В этом вот месте. И получается, у нас с вами есть. Блин, я не знаю, что здесь еще должно быть. Какие-то две способности, которые нам не показывают. И одну вещь, которую нам тоже, видите ли, как бы не показывают. Что у нас есть по предметам? Пока что ничего. Когда я собрал четвертого гномика, мне сказали, что у меня на почту пришло что-то там, какой-то подарок. У нас есть 4 книги, поэтому мы сейчас в первую очередь отправляемся к Озерогу. Доспехи, оружие и талисманы. К нему. К нему отправляемся. Мы сдаем эти книги, пускай он дает нам ключи от вот этих драконьих врат, не знаю как их назвать. Так, почему меня сюда ты пихнула? Я же сюда сказал. В чем дело? Вы что, не отличаете врата от продавца? Короче, эта серия по идее... Окей. Мне придется идти одному. Тогда пробежимся. Вот, врата эти. Все, челик, я нашел все твои книги. Все новинки с разных концов света. Как мне тебе... Этот предмет можно продать у Вульгрима. Это Астигот. Хорошо. Значит, пойдем к Вулькриму. Так. Древом. Быстро телепортация. Да. Вульгрим. Кто такой Вульгрим? Пойди, это вот мужико не то. Точно. Нам еще нужно с вами собрать эти запчасти каменного челика. Как я о них вообще забыл? Части этого. Арана, или как его там? Арана, кажется. Может, этому нужно дать? Ключ у меня, старейший ворон. А, это ворон. Ты наконец-то сможешь войти в источник душ. Но имей в виду, обратного пути не будет. Я уже так далеко зашел, старейший ворон, что не поверну обратно. Бегись, всадник смерти. Темная сущность охраняет источник. И семена порчи притаились внутри. Источник осквернен. Но теперь тебе будет противостоять не безымянное нечто. Порча выбрала себе защитника, который откликнется на ее призыв. Значит, я постараюсь покончить с этим здесь и сейчас. Помни все, чему ты научился, всадник. Порча — это конец всего сущего. Смерти. А, испытание? Древо, ключи, источник. Почему меня не покидает чувство, что ты меня испытываешь? Тебя испытываешь, друг. За то, что ты совершил. За то, что тебе пришлось сделать. Теперь тебя ждет последнее испытание. Что ты смерть или подаришь жизнь? Нет, и я пока что внутрь не пойду. Так как если я туда зайду, считайте ГГ... минус... Всё. Пойдите в источник. Он сказал, что это... не безвозвратный путь. Потом хер-то там. Побежали в земли. Найдем части... каменного челика.
В конце, может быть, уже серии, тогда уже зайдем в сам портал. Так, древо жизни. Так, первое, что мне нужно. Где это торговец? Вот он. Вульгрим. Это ж он, да, Вульгрим, по сути? Или нет? Но это он мне говорил за страницы книг. Так. Да, это не в ту сторону. Немножко не в ту сторону. Ой, точно, еще я ларец куплю этот. Ловец, ларец. Блин, ребят, я забыл одну вещь сделать, поэтому я сейчас ливну и запущу заново. Мне главное, чтобы разрывов не было. Межвертикальная синхронизация выключена, поэтому вернусь, когда сделаю ее. Ай, бля, как вам, ребят, сказать? Я начал проходить. Да, я выходил, чтобы, типа, настроить вот этот, как вам сказать, вертикальную синхронизацию. Я ее настроил. Я снимал дальше видео. Я снял, знаете, сколько материала? 37 минут всего. Я уже открыл эти храмики. Один храм я открыл, где нужно было ключ потратить. Выполнил миссии каменного нашего друга. И меня выбило свет. И знаете, что произошло? Файл сохранения поврежден. А знаете, сколько там было наиграно? 21 час, блять. Карл, 21 час. При этом там были DLC уже открыты, которые можно было поиграть. Окей. Я не знаю, что будет. Поэтому я просто нажимаю. Дальше. Понимаете, нам остался всего лишь один. Один, блядь. Финальный босс. Все. Игра, считайте, была закончена. Смотрю, что будет. Я не знаю. Будет заново, просто идите нахуй. Я не буду проходить ее заново. Я не буду проходить заново игру. 21 час. Пизду. Файл поврежден. Я рад. Три DLC. Разблокировал. Если... Ребят, я говорю, серьезно. Если это будет жопа, да, если там заново все начнется. Не может быть никакой жизни без порядка. Охуеть. Охуеть. Охренеть. И освободить войну. Смерть поклялся возродить человечество. Как говорится, привет, Borderlands. Borderlands у нас была такая же херь, но там я хотя бы смог с помощью одной программы создать себе персонажа нужного уровня и все такое. И там были долцы открыты уже сразу в начале. Здесь нам нужно, блядь, только проходить миссии, чтобы было доступно. Охренеть. Я херею с этого. Просто... Муа. Сколько было потрачено... 2 часа я тратил времени на то, чтобы найти сраные ключи. Дай сейчас заново запустить. Сраные эти ключи, блядь. Я открыл только одни врата, и то я думаю, смогу я вам им показать. Но один точно, ну, может быть, потому что там, когда выбило свет, у меня и видео тоже как бы повредилось. Это жопа. Просто жопа. Почему оно, блин, ломает такую систему? Почему, блядь, я не... Охренеть! Охренеть! Знаете что? Нахуй это все. Нахер это все, все. Dark Souls пройден, ребят, все, Dark Souls пройден. Найду в интернете, где там челик, может, выигрывает этого босса. Если еще прилеплю, да и все. А с DLC
А с DLC я не знаю. Может быть, когда-то я скачаю пиратку, где я уже сразу вот доступны в начале у нас этим DLC-шки, и пойдем в DLC. Поэтому как-то так. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, блять, комментируем. И смотрите далее, короче, видео. Где этот босс? И всем пока. Тебя не удивляла смерть, почему ты цел и невредим, а все вокруг тебя сохнут и гнили? Не потому ли, что ты уже был отмечен грехом предательства? Как ты можешь победить то, что уже поселилось в твоем сердце? Ты не сможешь остановить меня, не обрекая свою душу на вечные муки! Значит, так тому и быть.
Возьми меня за руку! Я убил Авесолома, остановил порчу, и вот я стою перед источником душ. И понятия не имею, что мне делать дальше. Очень просто. Очень сложно. У меня неподходящее настроение для игры в отгадки, ворон. Можешь воспользоваться силой источника и возродить мир людей. Или можешь воскресить Нефилиму. Но знай, что выбрав одних, ты навсегда поставишь крест на других. Мой брат война. Я буду защищать его. Чтобы вернуть людей на землю, придется чем-то пожертвовать. Родилась жизнь. Человечество возродилось заново. Но путешествие смерти не закончилось. На истерзанной земле его брат Война покончил с разрушителем. На тебя начнут охотиться. Наверняка Белый город, Совет найдутся и другие. Ты собираешься воевать с ними в одиночку? Нет. Не в одиночку. Война сломал тьму печать, призвав всадников апокалипсиса. И всадников всегда будет четверо.